Очаков ТВ представляет. Здрасте, вы кричащий блогер, я вас помню. Кричащий? Да, но вы не даете слово вставить, когда вы чувствуете угрозу. Так крича... А, угрозу. Угрозу чего? Вашим аргументом. А, ну давайте, давайте с вами побеседуем, интересно. Давайте послушаем ваши аргументы, посмотрим, как я буду кричать, когда угроза будет от вас исходить. Аргументарная, давайте. Вы за Украину, правильно, качаете? Нет, я не за Украину, я за цивилизованный мир качаю. А, за цивилизованный мир. Да, кой, в авангарде которого сейчас стоит Украина, борясь с вашим мировым злом в лице России. Интересно, интересно, а кто из цивилизованных стран согласится с этим? Все страны, которые помогают Украине, согласны с этим. А, ну то есть для вас цивилизованные — это те, кто с вами? Все дикие страны не с нами, а все цивилизованные с нами, да. Ну, а мне что-нибудь поэкзотичнее придумать или Китай, например, назвать? А Китай много санкций наложил уже на Россию. А, да? Конечно. Многие компании китайские, крупнейшие, отказались уже давно работать с Россией. Что за компания? А вы не в курсе, да? Что давайте, за компания? Давайте инвестиционный... Вот оно начинается. Давайте инвестиционный банк развития. Это компания. Вы плохо слышите, да? Что за компания? Инвестиционный банк развития Китая, например. Так, что за компания? Что она производит? Денежки она производит. Банк. Денежки. Инвестиции производит. Угу. Все? Так. Не, ну вы одну назвали, вы сказали много компаний. А, подожди, тебе надо перечислить компании? А одну, одной тебе мало? Одной мало? А, и так, инвестиционный банк. Развитие Китая, вы сказали? Инвестиционный банк или Китай, или развитие Китая. Посмотри, найдешь. Так, так как? Уж надо уж поточнее. Развитие. Ах, поточнее. Может, тебе сказать адрес юридический, нет? Так. Инвестиционный банк развития Китая. Санкции. Россия. Должно же что-то найти? Конечно, конечно. Так. Основанный Китаем банк объявил о прекращении работы. О, это пример. Да, ну, давай, конечно, конечно. Нашел, работы. Да. Нашел. Ой, ты маленький. Нашел он. Вот я, значит, про это и говорю. Значит, не работают твои контраргументы. Ну, давай. Я тебя слушаю, говори. Вот-вот, я про это и говорю. Так, я читаю. Что ты читаешь? Ну, я читаю новость. Ну, ты уже прочитал, что она перестала работать с Россией. А, подожди, ты кроме заголовков никогда ничего не читаешь? Подожди, ну она перестала работать. Тебе что, мало? Тебе этого мало? Ты ничего не читаешь. Тебе этого мало? Ты заголовки только читаешь всегда. Lenovo. Lenovo? Перестала работать тоже с Россией. Lenovo, знаешь, какое вообще отношение к Китаю имеет? Lenovo – это китайская компания. Ты даже этого не знаешь. Китайская компания. Производство где у Lenovo? Lenovo – это чисто китайская компания. Сейчас, если полезешь в сферу IT, ты поверь, вот здесь ты прям вообще... Lenovo – это чисто китайская компания. Lenovo на этих мощностях производится. Какая разница, это китайская Lenovo компания. Сколько? 70% кому принадлежит? Bank of China остановили операции с Россией. Банки ICBC прекратили обслуживать сделки. Я тебе сейчас прочту огромное количество компаний. Это я только крупнейший. Тихо, тихо, не ори, не ори. Не подгорай, не подгорай. Не подгорай. Я тебе рассказываю китайские компании, которые прекратили. Прекратили работу. Ты же мне не даешь сказать. Ты ж тарахтелка. И ты мне еще что-то говоришь. Ты же тарахтишь, не даешь сказать. Так это я, это кажется, у меня было слово. Какое у тебя было слово? Я открыл новость. Я тебе перечисляю сейчас компании, которые прекратили работать с Россией.
мне прочитать компании, которые прекратили работать с Украиной? Нет, мы сейчас не об Украине говорим, а о России. Ну давай, читай, ладно, и о чем это будет говорить, правда, я не знаю. Ну, я, читай, тебя только, да. Я тебя только что назвал несколько компаний, которые прекратили. Ты это оспаривал, сказал, что нет. Продажи, нет, говорит, Китай, Китай за Россию, ты сказал. Работать или продажи? Что продажи? Приостановили свою ритейлерскую деятельность? Или... Да, деятельность, торговлю с Россией. Это и есть деятельность, да. Это и есть деятельность. А это все, чем эти компании занимаются в России? По отношению к России, она, да, конечно. Lenovo, она только занимается торговлей, да, в России? Я тебе говорю, если ты в сферу сейчас IT... Lenovo перестала работать с Россией вообще. Lenovo занимается, наверное, только продажей смартфонов, да, в России. А чем занимается Lenovo, расскажи мне, в России? Lenovo занимается очень много чем. Так вот, она все прекратила в России делать. Все прекратило. Все, чем она занималась, я она прекратила я делать. Я спрашиваю, чья компания? Вот Xiaomi, знаешь такую компанию? Мы сейчас говорим про Lenovo. Давай с Lenovo закончим. Ты признаешь, что ты обосрался, а потом продолжим дальше. Я ни разу не говорил, что Lenovo... Ну, хорошо, я обосрался, я признаю. Ну, все, ты признаешь, молодец. Вот раз ты это признал, все, разговор, значит, с тобой закончен. Но это же не так работает. А как это работает? Расскажи, пожалуйста. Вот смотри, ну давай поговорим о других компаниях. А что каких других? На российском рынке. Какая разница? Мы сейчас не говорили о том, что такое... Подожди, ты задал вопрос. Ты мне задал вопрос, не даешь ответить. Ты тараторка, понимаешь? Ты перебиваешь. Подгораешь, блин. Я понимаю, ты подгораешь. Просто понимаешь, я тебе вроде задаю вопрос, но еще не прекратил его задавать, а ты уже где-то... Хорошо, давай, когда закончишь задавать, свистнешь, давай. Я тебе задаю такой очень простой вопрос. На сколько процентов увеличился импорт и экспорт у нас сейчас у России с Китаем? Процентов чего? Процентов в чем? В объеме, в количестве компаний, в чем? Специфицируй вопрос. Как в объеме товаров, так и в финансовом плане. Ну, что в финансовом? Задай вопрос. Ты неграмотный вообще, слушай. Задай вопрос нормально, хорошо? В денежном объеме насколько увеличилась сейчас торговля между Россией и Китаем? Насколько увеличилась в денежном объеме торговля между Россией и Китаем? По сравнению с чем увеличилась? По сравнению с прошлым годом? Не знаю. Я сомневаюсь, что она увеличилась. Сейчас, когда Китай перестанет брать нефть... Прочитай вас, пару заголовков. Когда перестанет брать нефть, я думаю, что она катастрофически уменьшится. А то, что крупнейшие компании ушли... Слушай, а можно... Кстати... Подожди, я не закончил. Ты меня перебиваешь. Давай. Ты меня перебиваешь. То, что крупнейшие компании китайские ушли из России, мы с этого начали разговор, мы с этого начали спор. Ты начал говорить, что никто никуда не ушел. Когда я тебе начал перечислять компании... Lenovo, ты назвал только Lenovo. Как Lenovo? А банк развития инвестиционный я тебе назвал. Пиздец, блядь, ты мне текст не дал прочитать. Давай, читай, давай, посмотрим. Мы с тобой о технологическом... Давай, читай. Нет, мы говорили о всех сферах, давай. Чем банк развития вот это вот занимался в России, расскажи мне. Он занимался инвестициями, я тебе уже отвечал на это. Инвестициями, а ушел, ну... Ну так все. Ну и все. Значит, ты обделался, чувак. Я тебе уже сказал, хорошо, давай, хорошо. С этим обделался. А, с этим обделался. С Lenovo обделался. Давай дальше. С Lenovo не обделался, я тебе про это и говорил. Давай дальше. SMIC, производитель чипсов. Давай. Чипсов? Да. Производитель чипсов ушел из России. Чипов? Да. Чипсов ты, конечно, это... Да. TSMC ты хотел сказать? Нет, SMIC. SMIC, это чья компания? Ага. Потом Geely, это китайские все. Geely остановила отгрузку машин в Китай. Потом, я не помню, как называется компания. Она перестала поставлять в КамАЗ, на КамАЗ двигатели. Я забыл, как она называется, китайская компания. Она поставляла КамАЗу двигатели. Она их прекратила в качестве санкций. Поэтому ты, чувак,
обделался по полной программе. Все, да? Ну, поржи. Поржи над собой. Хочешь еще меня, еще и меня будем просить? Прощаться. Все, давай, давай продолжим. Давай еще. А что, еще тебе надо говорить компании? Конечно. А для чего? Этого мало тебе, что ты обделался? Тебе сколько раз надо, чтобы ты отделался? 20, 30, 40? Сколько? Как называется эта модель двигателя? Сколько? А, как модель? А сколько она весит? Сколько двигатель весит? Ты хоть раз ходил дальше заголовка? Сколько двигатель весит? Да? А сколько там клапанов? Читал статью дальше заголовка. Сколько клапанов в этом двигателе, понимаешь? Сколько... где стоят клеймы на этих двигателях? Снизу, сбоку? А покажи, где они стоят. А на каком языке там написано? А из какого металла делаются это двигатели? Вот эта аргументация вот этого орка, блин, российского. И он мне еще что-то говорит про аргументы. Все, чувак, ты идешь вслед за русским военным кораблем. Естественно. Ну, с таким разговаривать, вы же понимаете, смысла я не вижу вообще. Я ему сколько привел компаний, нет, он сейчас будет... А чья эта компания? А что она? А какой процент там и так далее? Ну, вот так вот с ними разговаривать.